Тепло поступит во все дома пензенцев до 27 сентября. Это сроки, которые обозначили чиновники на очередной сессии в городской думе. В городе Пенза все источники тепла запущены, тепло подано в дома. Отопительный сезон начался с 17 сентября. Теплоснабжающим организациям дано 10 дней на регулировку гидравлического температурного режима. В том числе сюда входит и поэтапное включение всех объектов города. Отдельно депутаты обсудили подачу тепла на окраины Пензы в поселке Нефтяник и Заря. В прошлом году с подключением этих микрорайонов были проблемы. Как уверяют представители управления ЖКХ и ресурсники, на этот раз неполадок удастся избежать. Глава города Владимир Мутовкин отметил в целом положительную динамику работы по ремонту тепловых сетей в областном центре. Деньги туда сейчас вкладываются. Мы видим, что если несколько лет назад ситуация у нас была немножко обратная, то сейчас все-таки наращивается количество сетей, которые находится в более-менее надлежащем состоянии. А вот с водопроводом все обстоит абсолютно иначе. Депутаты потребовали отчета у городских властей, накладываются ли штрафы на водоканал за срывы сроков по устранению регулярных утечек. По земельным работам, невыполнение в срок земляных работ, Производит штраф. На данный момент, только по официальным данным, в Пензе горводоканал не может устранить порядка 140 утечек. А между тем, как было заявлено ранее, все земельные работы в городе должны завершиться в срок до 15 октября. Успеют ли до этого привести в порядок водопроводные сети, остается вопросом.